Какой знак мы видим издалека? Направление движения. А, уступи дорогу. Давайте. Газ. Газ, 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 газ. Показываем правый поворот. Уменьшаем ногу с газа, убираем ногу с газа. Ставим первый еще ниже. Сцепление освободили. Без газа нам же нужно уступить. Убери ногу с газа. Она без газа тоже едет. О! Она не заглохнет никак? Так? Смотрим. Можно, он перекрывает нас. Давай. Газ. Давай, смотрю. Да. Там красный, посмотрите. Можно ли газовать? Давай позиция на полосе движения, как у нас? Наша. По центру, мы же говорили, мы едем как-то без газа, ну там. Сцепление тормоз. Готовимся. Сцепление тормоз. Фиксируем. Точно, что было. Газ больше, больше обязательно. Умничка. Едем. Он не пропускает. Едем. Газ, газ, газ. Работаем. Сцепление тормоз. Заводим. Подводим. Эй, эй, эй. Подводи точно. 2 секунды плюс, 2 минус, ничего не изменит. Газ. Едем вперед. До линии стоп. А что она так? А, видно. Наверное, она сама. Давайте готовимся уже. Подводим сцепление. Проверяем 100%, чтобы не было так. Да, газ больше. Чуть-чуть перебрал. Да. Ну дайте, разгоните автомобиль, потом переключайте. Смотрите, как можно дальше. А мы смотрим здесь только 5 метров. Не, дальше. Я смотрю. Как? Я туда смотрю просто до прибора. Такой